Поэт, чернила, вдохновение. Борис Бударин. Бывает. Кончились чернила, но вдохновение есть пока. И пишет крови то, что было. Поэта твердая рука. Бывает так. Чернил залейся, а вдохновения нет и нет. И грусть такая, хоть напейся. Но не идут ни рифма, ни сюжет. Союз чернил и вдохновения оставят на бумаге след. Вот нужно ли кому творение, которым душу рвал поэт? Сколько же всего в этом мире рождается в муках, и в муках творчества в том числе. Любая поэзия, любой жанр фильма, все в этом мире кому-нибудь да и нужно. Кто-то любит короткометражные фильмы, кто-то ужастики, кто-то боевики, кто-то любовные романы, криминальное чтиво. Так что остается только найти читателя, зрителя на свой вкус.